И куда же я попаду? Так вот. Thank you.
его! Тебя найду, мразь! Что?
Так. Как мне вытащить оттуда эту хрень? Твою мать. Твою мать. Thank you.
этому чертову колесу. Наконец-то. Есть.
Ну, Элли, где ты? Такое.
укусит. Черт. Должен быть другой путь. Серьезно? Не возвращаются. Сколько раз Эбби рисковала жизнью ради тебя? Это ее выбор, я туда не пойду. И не надо! Уходи! Пошел ты, Оуэн! Руки! Где Эбби? Ты та девчонка из Джексона. Скажите мне, где она? И тогда ты нас не убьешь? Дашь ей, что она хочет, и нам конец. Вам незачем умирать, мне нужна она. Вранье. Ты. Иди сюда. Сюда, я сказала! Покажи мне на карте, где она. Потом ты. И уж лучше, чтоб совпало. Ладно. Ты что делаешь? Она наверняка уже мертва. Может, не надо... Стоять! Давай поговорим. Отошел назад!
Покажи, где она. Показывай! Она... Скажи мне, где я бегу? Она... Мать, где она? Она... Хорошо. Пойдем. Пойдем. Все хорошо. Ничего не выйдет, там все завалено снегом. Когда доберемся, все уже растает. Куда ходила? Проветриться. А вы тут чем заняты? Не спалось. Иди сюда, посмотри. Есть идея вернуться домой через Эллинсбург. Если завтра дойдем до Фолл-Сити, отлично. Элли. Они расплатились сполна. Но она будет жить. Да. Ты согласна? Выбора нет. Что-то мне совсем не хочется снова идти по Айдахо. Тебя больше должно волновать, что с тобой Мария потом сделает. Да прорвемся. Между прочим, когда я проходил через какой-то богатый район, наткнулся на ожерелье. Так сверкает, думаю, это чистое золото. Думаешь, что чистое золото? Это золото. Ну, покажи. Я знаю, как выглядит золото. Тогда давай скажем, что это от всех нас. Ха. Нет уж, сам ищи, как подлизаться.
Ты в порядке? Да. Элли. Да. Спасибо, что вернулся за мной. Проблемы друзей — мои проблемы. Ты такой скучный. Ладно, тогда скажем... Мои друзья сами не справятся. Так лучше. Чёрт! Джесси, встать! Подними руки, или я этого пристрелю! Нет, не надо, Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Ладно. Нет! Нет! Брось оружие. Бросай оружие! Черт! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Пап! Где ты? Боже. Ну вот. Посмотри, 78-й год. Может залезть на крышу? Так. Шикарная идея. Thank you.
Эбби! Ты немного запачкалась, милая. Ты тоже. Где? Вот где. А. Каждый раз, когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Пап. Эбби, она должна быть где-то сразу за этой рощицей. И? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Обещаю. Давай только побыстрее. Вот, моя дочурка не даст меня в обиду. Как ты узнала, что я здесь? Оуэн меня сдал, да? Это его работа. Как ты его разговорила? Просто спросила. Эй, смотри. О, ух ты! 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Пап. Расслабься. Скоро вернешься к своему Оуэну. Что-что? Ничего. Просто вы стали много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Боже. И давно ты знаешь? Я твой отец. Я все вижу. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он балбес. Он теперь со мной. Эбби, смотри. Свежие следы. Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничала. Ну так цель оправдывает средства. Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. Давай-ка еще тут порыскаем. Видишь что-нибудь? Пока не вижу. Иди дальше. Пап, я нашла кое-что. Боже мой, она уже родила. Смотри, два ряда следов. Пап? Это она. Идем. Она ведь не должна так стонать. Нет, ей больно. Эбби, пошли. Пап, стой! А если тут зараженные? Здесь все проверяли. Они не сидят на месте? У тебя же оружие с собой. Конечно. Вот черт. Эбби. Что? Нужно ее освободить. Тихо, не бойся. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Черт, глубоко вошла. Ладно, Эбби, иди сюда. На. Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Док! Спокойно. Док, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги мне. Вас вызывают... Оуэн, держи ее. Давай. Осторожно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, крепко держишь? Да. Давай, Эбби, режь.
Держи! Почти. Сейчас. Все. Охренеть! Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем! Мы с вами молодцы. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса. Но заражения нет. Не может быть. Они уже приступили к анализам. Поэтому вас и вызвали. Пап? Идемте. Ткань вплетена в мозг, по-другому никак. Должен быть другой способ. Возможно, изъять образец, сохранив жизнь носителю. Носителю? Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло? Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись, все наши жертвы, все те ужасные... Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Эбби. Я принесла поесть. Спасибо, милая. Марлин. Хорошо. Спасибо. Я поговорю с Джоэлом. Зачем? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Удачная операция. Ты поступаешь правильно. Да. Будь это я бы согласилась на операцию. Он что, до сих пор в здании? Эбби. Нет. Эбби, не смотри. Папа! Папа! Эбби. Нет! Нет! Тише. Не убивайте! Джоэл, вставай!
Гори в аду, Пендео. Я вас всех убью! Эй, ты что делаешь? Мэнни! Почищаю. Не-не, мы пришли за ним, и все. Нельзя оставлять их в живых. Кто тебе это сказал? Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Я вас... Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан! Выстрелишь? Все! Мы уходим. Эбби. Йоу. Тише. Ты в порядке? Да, я... Ты чего? Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Вамонос. Ладно. А, шея. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Не, которая с горы. Спустилась вот ко мне. А, ученая. Клёво. Ну, она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. Ну, того стоило? О, безусловно. Теперь я умру счастливым. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Да я и сам так думаю. И тем не менее.